от профессионала до любителя. Тех, для кого охота больше, чем просто хобби. Свыше 1500 участников соревновались в меткости стрельбы по движущимся мишеням на ближней и дальней дистанции. Дух соревновательный и спортивное соперничество. Теперь именно так будут проходить не только состязания среди членов спортивного объединения охотников и рыболовов. На полигонах Министерства обороны Черчик, Андижан, Янгиарык, Нуристан, Термез отныне открыты клубы со звучным названием «Калибр», где созданы условия для тренировок и повышения в том числе охотничьего мастерства. «Калибр» займется популяризацией спортивной охоты и стрельбы на дальние дистанции. При этом предусмотрено взаимодействие с министерствами и ведомствами, входящими в состав вооруженных сил, субъектами физической культуры и спорта. Планируется проведение совместных мастер-классов по обучению навыкам маскировки, адаптации на местности, выживания в сложных условиях. Клуб организует также соревнования по стрельбе на дальние дистанции в сложных условиях с участием членов клуба и военнослужащих. Каждый охотник знает, что главное – не добыча, а брошенный самому себе вызов. Его принимают и военнослужащие, которые также участвуют в соревнованиях, организованных прямо на полигоне, в условиях, где есть место для обмена опытом и мастерства. Профессионализм каждого оценивала судейская коллегия. Лучшим и метким – призы и награды, кубки, дипломы, почетные грамоты, ну и, конечно, охотничье снаряжение. –